Рыба-кит, папа рисует. Привет, я Ваня, хочу сегодня нарисовать такого классного Деда Мороза, пузатого, хорошего. И чтобы очень просто было, рисуй со мной, на Новый год всегда полезно нарисовать Деда Мороза. Я нарисовал уже много Деда Мороза, и сегодня нарисую еще одного. Смотри, как я рисую ему нос, вот такой нос, капелька. Два глаза, рисуем два глаза, овальчики. Зрачки, получается такой Дед Мороз. Сразу рисуем ему бровки. Бровки. Теперь рисуем сразу бороду. Борода идет вот отсюда и идет вот сюда. А проходит через эту точку. И теперь я рисую вот такие вот, как пила, такие вот зазубринки. Она похожа даже на елку его борода. И можно отсюда сюда вести. Вот так, вот так, вот так. И получается такая, как елка кверх ногами борода. Нарисуем ему улыбочку до ушей. Рот открытый, язычок, он очень довольный. Почему? Потому что он нас приветствует. Здесь у него борода заканчивается вот так, а здесь у него шапка идет. Вот такую шапочку сразу рисуем. Шапочка-колпак. Не забудем про уши. Мой Дед Мороз очень ушатый. Слева и справа уши отличные у него. Вот хорошо все слышит, как вы рассказываете стишки и остальные всякие истории новогодние. Бубончик. Такой Дед Мороз. Хо-хо-хо, ребята, уже прорисовывается Дед Мороз. Мой Дед Мороз очень толстый. Вот классный, толстенький, прям хорошенький. Вот отсюда у него идет пузико. Сюда пузико. А здесь у него вот такой кафтанчик заканчивается. Вот тут. Нарисуем ему бляху. Ремешок, его пояс. Пояс нарисуем. Отлично. Теперь рисуем вот так вот вверх, руки поднимаем. Ох, он нас встречает, приветствует, и варежки мы нарисуем. Варежки легко рисовать, потому что это не перчатки все-таки. Я думаю, детям варежки легче рисовать. Здесь нужно нарисовать большой палец, а потом всю варежку. И вот так она открывается. Ха-ха, довольный. Но мой Дед Мороз не просто так. Он еще, знаешь, такой, чем отличается. У него очень тоненькие ножки. Он же картунный Дед Мороз. У него тоненькие ножки, тоненькие. Здесь у него... бахрома и уже ботинки идут, сапожки. Вот такой Дед Мороз. Ха-ха, простой. Такой картонный Дед Мороз и Санта-Клаус в одном лице. Рисуем просто, как я говорил, а раскрашиваем еще проще. Раскрашиваем только несколькими мелками. Сегодня нам понадобится красный, зеленый и бежевый. Может быть, еще коричневый на поясок. Красная шапочка. Красный тулупчик. Тулупчик красный. Сразу идем на ручки, рисуем красное. И здесь красное. Вот так. Все красное рисуем. Отлично. Я раскрашиваю быстро, если ты не успеваешь, так на паузу, потому что я стараюсь быстро раскрасить. И тебе советую тоже не тормозить, а вот так тяп-тяп-тяп-тяп-тяп раскрашивать быстро. Отлично. Можно еще нос красный, но мы потом дорисуем нос красный. Давайте сразу возьмем бежевый и покрасим ему лицо. Нашему Деду Морозу лицо будет такого телесного цвета и ушки. И ушки. Отлично. А вот теперь красный пригодится. Чем? Потому что нос у него немножко красный. Потому что холодный Дед Мороз немножко замерз. Он не замерз, просто он так разошелся и такой красненький стал его нос. Немножко... красный на морозе. Отлично, хорошо получается. Я думаю, что красный можно сразу еще и ротик порисовать тоже. Ротик, и может быть можно и розового немножко добавить, чтобы немножко отличался красный. Ну вот так вот хорошо получилось. Теперь рисуем ему бороду. Борода у меня, хочу ее сделать сереньким. Сереньким, борода серенькая такая. Если у тебя есть голубой цвет, то можешь голубой использовать, а можешь вот сереньким покрасить. И здесь тоже немножко, и здесь. А вот варежки у него будут перчатки. Варежки будут у него зелененькие. Зелененькие. Раскрашиваем зелененькие варежки. Отлично. Наверное, зеленым все. Осталось только взять голубой белок и раскрасить некоторые вещи. Вот здесь, здесь. Здесь шубки такие вот. Мех ему раскрасить. Отлично. И заканчиваем все это коричневым и черным. Черные мы ботинки, такие сапоги у него черные. Блестят у нашего деда. Отлично. Ну и ремешок тоже можно покрасить черным. Отлично. Мне кажется, черным подойдет очень даже хорошо. Такой вот Дед Мороз. Сегодня мы нарисовали простого Деда Мороза, ребят. Можно ему голубые глазки покрасить. Такие. Голубые
голубые глазки. Простого Деда Мороза, его легко будет тебе нарисовать. Ты не переживай, у тебя обязательно получится. Можно доработать Деда Мороза, нарисовать, что идет снег, и вокруг кружочки снега такие идут. Большие, идет снегопад, а он стоит и радуется. Передает тебе привет, привезет тебе побольше подарков, нарисуй его как следует. Вот как ты можешь, так и нарисуй. Подари маме, папе, бабушке, пошли в посылке или в WhatsApp предложение, фотографию какому-то другу. Это будет весело, интересно. Свои работы ты можешь присылать в группу ВКонтакте «Рыбакит» или же в Инстаграм тоже «Рыбакит» попрессует, легко найти обязательно. Я опубликую их, и другие ребята тоже увидят, как ты рисуешь. Это будет здорово. С Новым годом, с новым счастьем и пока-пока.